Господа, наконец-то свершилось. Мы рады приветствовать вас в турнире, втором турнире по Наполеону. И со мной полный состав, Кирали, Паровозик, ребята, поздоровайтесь. Всем привет. Добрый день. Мы сегодня будем обозревать замечательные бои. Встретились, не побоюсь этого слова, два великих игрока в Наполеон, ну, в нашем комьюнити. Вот, надеюсь, когда-нибудь это выйдет за рамки одной группы, когда придут хорошие такие потные игроки и будут показывать свой скилл на деле. Сейчас у нас играют Потап, S1. Давайте переходить незамедлительно на поле битвы, посмотрим, что они там взяли и как будут, собственно, играть. Итак, карта Сирийский хребет. Это неспроста. У нас прусак находится в дефе, атакует его осман. За османа играет Потап, за прусака играет S1. Сейчас представим стороны, какие они взяли юниты. И, собственно, начнем обозревать сам бой. Начну с Пруссии. Паровозик представит османов. Так, мушкетеры, основа армии. Уланы на левом фланге. Люцевский добровольческий корпус, мушкетеры еще раз, прусские фузилеры, пешие гвардейцы. Также прусские фузилеры, мушкетеры, генеральский штаб, еще мушкетеры, уланы на правом фланге. Также мушкетеры, еще один отряд улан и еще мушкетеры. Ну, прусак взял с собой 4 отряда улан, стоковый генеральский отряд, ну, много мушкетеров, есть пешие гвардейцы. Что взял с собой воевать осман? Да, начну с левого фланга. На левом фланге находятся два отряда сипайской кавалерии. А дальше идут основа армии османов. Это пехота незамедлительного да. За ней стоит четыре отряда семитийских янычар. По правилам можно использовать четыре таких отряда. Также они имеют несколько лычек, что также дает баф на ближний бой, кажется, 4 лычки. Обычный стоковый генерал в центре. Также в центре стоят конники Дели, обычная легкая кавалерия. И на правом фланге 4 отряда кавалерии Низамиджида, стоковая кавалерия. Также повышенная численность данная у данного отряда. Вместо 60 человек, как у обычной кавалерии, тут 80. Так, ну что, давай насчет 3 отжимать галочки. Раз, два, три. Бой начинается. Кирали, тебе слово. Да, интересный пик на самом деле. Карта, очевидно, благоволит туркам, которые будут использовать погоду для того, чтобы успешно прорашить. Я не уверен, что прусак будет пытаться занимать холмы. Скорее всего, он будет занимать спуски с холмов. Но я хочу обратить внимание, что он взял кучу кавалерии для того, чтобы сбивать чардж пехоты милишной. Если получится все удачно, то, я думаю, прусак даже сможет остановить этот пуш, раш. И уничтожить турка. Ну, посмотрим, должна быть интересная игра. Ну, справедливости ради сказать, что сейчас у нас играют два опытных игрока. Посмотрим, насколько они смогут микроконтролить свои действия, свои войска. И сейчас пока не особо таким бурным потоком османы хлынули. Как обычно, мы до этого видели, Потап умеет чарджить. За османов тем более. Милишная пехота и кавалерия всегда делают свое дело. И сейчас мы видим, что посередине направлен основной удар у османов. Кавалерия уходит на правый фланг. Вот. Ну и, в принципе, да, прусак взял с собой уланскую пехоту. Это ударная пехота. Пехота шансового оружия, я бы сказал. Так, потому что отправлять ее несколько раз в чардж, не знаю, ну как по мне, бессмысленно, потому что после первого же чарджа ее начинают бить хорошенько, ну а на втором чарже она уже сдувается, так как основной ее удар — это вот натиск, который она имеет, ну и количество людей, которые ударяются в линейку противника, ну линейку или кавалерию, как-то так. Очень интересно на самом деле, что Потап большую часть своей армии пешей ведет на левый фланг, а в это время кавалерия идет полностью на правый фланг, то есть он делит ее на две части, что очень странно, ну, нетипично для пушащего турка. Растянуть пытается. Может быть, паровозик что-то скажет? Как, да, я просто слушал вас, что вы скажете.
Я думаю... Все вы сказали говно, сейчас будет по-моему. Я думаю, мы вот увидим сейчас от Мусака шланированное оборону, возможно, будет ее делать. А Осман собирает, так сказать, всю кучу, такую, один большой кулак. Кавалерия с уродом на правом фланге будет его поддерживать. Если ее грамотно реализовать, как мне кажется, можно выйти в тыл и пошаманить там. Кстати, я хочу сказать, что Прусак с собой не взял никаких стрелков. Ну, у него легкая пехота есть. Легкая пехота у него есть. Это прусские фузелеры. А, прусские фузелеры — это пехота. Mm-hmm. Я почему-то думал, что это обычный отряд. Не-не-не, это именно легкая пехота. Все понятно тогда. Ну, не снайпера, конечно, не... Но... Mm-hmm. Потихоньку подкрадывается Осман. Кстати, у Османов нет легкой пехоты. Ну, я думаю, ему она особо и не нужна. Да, тут фулл раш, смотри, сколько кавалерии. Ну да. Я даже думаю, что будут просто какие-то отыгранные уже предыду какие-то техники и навыки применены здесь, в этом бою. Так же, как и у Прусака, так же, как и у Османа. Кстати, заметьте, что Прусак строится также в две линии. То есть одна растянутая линия. Заметьте, растянутая. То есть по максимуму использует свою огневую мощь. Заняты участочки небольшие между холмом и речкой. Ну, занял все удобные позиции, какие только можно. При этом на холм не полез с холма. Кто будет спускаться, он это место контролирует. Здесь даже вот в три линии получается оборона. Ну, потому что это потенциальное место для удара, оно наиболее широкое на текущий момент. Большая вероятность, что именно там турок и пойдет. Мне даже интересно, кто первым откроет бой. Вообще, как вариант, можно было сыграть какую-то нестандартную тактику и, например, расширить не ее центр, а какой-нибудь конкретный фланг. Ну, потом сейчас то есть... и раш, по сути, фланг. Ну, я бы не сказал, что это прям раш-раш, потому что вот он сейчас Низам Джеда выдвигает вперед на холмы. Ну, это скорее, чтобы просто не встретил, не вперед не пошла прусская пехота и не встретила залпами бегущую вперед милишную. Но я думаю, что он все-таки предугадывает действия противника, я имею в виду про С1, Прусака, и не пойдет вперед. То есть ему это не надо, в принципе-то. Прусские вперед. Да, османские вперед. Кавалерия задвигалась на правом фланге у Османа. Ну, сейчас неспешно идет, на самом деле, бой. Я думаю, можно даже чуть-чуть мотнуть. Давай на две галочки мотнем. На счет три. Mm-hmm. Раз, два, три. Просто посмотрим на действия немного свысока. Мы сейчас видели перемещение Люцкодобровольческого корпуса на левый фланг Прусака. Ну и пехота на самом деле сейчас здесь разъединяется немножко даже. Да, очень странно, что он все-таки решает настолько широко построиться. Смещается милишной пехоты налево. Да, ключевое, конечно, это надо за милишной пехотой следить, потому что где милишники, там будет атака. Слушайте, просто гляньте, смотрите. Чуть смещается милишная пехота, и смещается сразу пехота Прусака. Великолепно. Да, и кавалерия тоже, чтобы чарджи сбивать. Очень грамотно действует. У него отряд кавалерии на самом правом фланге, и еще вот левее отряд кавалерии. На счет три давай отожмем галочки. Раз, два, три. Угу. Так, ну мы видим, прям движение идет сильное кавалерии своей. Здесь конники Дели на правом фланге. Ну вот теперь на самом деле на правом фланге турок своей кавалерии может небольшое напряжение создавать. Ну чем он сейчас занимается? Я думаю, что милишную пехоту он не зря сводит на свой левый фланг. Кавалерия турка, смотрите, справа по мушкетерам сейчас будет стрелять. Да, пришла в движение, да. Так, кто у нас открывает бой? Если может и прочаржить, на самом деле. Турок отрывает бой. Очень неприятный размен для турка. Ох, хорошо. Очень-очень неприятный. Так, Люцкий добровольческий корпус выдвигается вперед, останавливается. Конники Дели теряются и отступают назад. Привлек внимание на левый фланг. Ну, там еще в лесу стоял справее отряд прусской пехоты, который тоже успел залп сделать. Возможно, просто Потап его не видел, поэтому, ну, спрятанный сидел, поэтому неприятно получилось немножко. Ты имеешь в виду вот этот? Да. Он тоже стрелял? Я что-то не заметил даже. Да, он
Ну, неплохо. Непонятно, логические действия будут принимать. Да. А, кажется, вот Осман ведет вперед своих принцев. Выделил отряды все, а клик поражал. Ну, по чуть-чуть так и доходят. Режь неверных. Прусак подходит, кстати, к холму. Потихонечку прям подпячивается сюда. Вернее, не подпячивается, а подпередивается. Я не знаю, как это слово сказать. Но двигается вперед. Теснит, да. Втискивается, да. Втискивается. Ну ладно. Шутки ниже пояса пошли. Кстати, смотри, вот Прусак на правом фланге оттянул свои войска на безопасное расстояние для того, чтобы милишная пехота бежала дольше. А тем временем в лесу стоят мушкетеры. Не так-то просто все. То есть близко мушкетеры стоят, то есть они делают первый залп, отступают. Там стоят вторые мушкетеры, делают залп. Еще один мушкетер стоит в лесу. Ну, прям хорошо, слушай, хорошо. Тем временем стянул всю свою кавалерию, не замуж деда, на левый фланг Осман. Ну и сбивается в кучку, на самом деле, сейчас. Заметьте, что несколько отрядов милишной пехоты идут все-таки на середину, нахуй. У Прусака по центру выстраиваются линии. Как-то забавно. Друг за дружкой. Полный неожиданности бой, если честно. Ну, скорее много маневров. Оба игрока... Вот то, о чем мы раньше говорили, что один игрок действует, а второй, который в обороне сидит, вообще никак не реагирует. Вот, ну, пассивно сидит, да, вот занял какую-то позицию и сидит, боится двинуть отряды. А тут, наоборот, противоположная ситуация, когда... И нападающий подвинул чуть-чуть отряды, и тут же отреагировал защищающийся игрок. Очень быстро, очень оперативно, и уже нападающему опять приходится перестраиваться. И вот так вот, пока кто-то не решит, что пришло время. Пока не соберет силы в кулак, не намотает сопли на него. Так, ну я думаю, можно даже немножко промотать. Давай паровозик на счет 3. На первый. Раз. Не, на второй. Ну, на две галочки. Раз, два, три. Чуть мотнем вперед. Так, вот задвигался. Так, Осман пришел в действие. Поползли тараканы. Давайте, раз, два, три. Так, идет хорошо. Шарш. Русские фузилеры открывают огонь по пехоте Низам Джида. Сзади бежит Симацкий и Янычары. Бегут. Далее залпы убегают. Все правильно. Сейвит. Молодец. Отступает из леса пехота. Кайтит. Грамотно. Под свою кавалерию, заметьте. Да, под кавалерию, конечно. Чтоб чаржем сейчас сбить. Слушайте, со стороны так наблюдать очень интересно, а когда ты в бою, ты просто этого даже не предвидишь, что вот может быть сейчас вот это два отряда кавалерии, как раз таки, которые стоят позади, они просто ворвутся вперед и все. Ну, сейчас, если турок из леса вылезет, то будет брошена вперед кавалерия. Чарж в чарж. Бегут. Ой-ой-ой-ой-ой. Бегут и умирают. Могилизация, да. Буквально. Отошли назад, сейчас будет залп мушкетерами. Не, кавалерия. Ух ты. Грамотно, чарж сбивает. Блин, еще и свои же сзади бьют. Но... Каре тут же поставилась, вообще огонь. Господи, и с нескольких сторон, смотрите, идет отстрел. Все, бегут Симацкие и Янычары. Конники просто... Дели на подходе. Неудачно. Ой, мама Джан. Неудачно. Чардж со стороны турок. Не, смотри, все, мораль просела. Отлично, достаточно. Жестоко, на самом деле. Вылетает очень... кавалерия еще одна. Может, и не очень удачный, но зато он никого из пехоты вообще не потерял практически. Сейчас тут каре встает. Отлично. Я бы сказал, что чардж практически отбит. Да, и, возможно, даже сейчас он пойдет немного вперед для того, чтобы завершить чардж... пехоты и османской. Это чуть левее, там уже один прусский отряд, по-моему, бежит. Горят. А, это турецкий отряд. Все. Так, вылетает тыл конники Дели. Ну, тут не успел, к сожалению, каре поставить. А, это кавалерия Низам Джида. Тут же отворачивает, бежит вперед. Мультичардж.
Ой-ой-ой. Не хватает поддержки, на самом деле, туркам. Отряды кончаются. Ну... Я так смотрю на ситуацию, особенно в центре. А, как сказать? Да, вот, чарджить за османов нужно грамотно и в нужный момент, когда ты противостоишь... Ну, вот такой чардж, как мы видели до этого, как сейчас, в принципе, Потап планировал, он сработает, если бы игрок не был таким опытом, как С1. Ну, еще на самом деле С1 грамотно использовал ландшафт. Он разделил, по сути, армию турка на две части. И слева, и справа там отряды шли. Но я хочу сказать, что это все-таки не план С1, а все-таки недочет самого турка, самого Потапа. Ну, мне, если честно, вообще тяжело представить ситуацию, в которой турок мог бы здесь прорашить или сидеть. Но бой еще не закончен, я хочу отметить. Мы, конечно, так говорим, но турк-то еще не закончился. У него там отряды кавалерии еще вдалеке есть. Тут вот врываются. Успел даже коры поставить. Пожалуй, ага. Тут позади стоит отряд. Везде каре бьется. Нужно подводить отряды, вот еще турка на правом фланге есть в лесу там. Им но нужно они стоят, бездействуют. Нужно их отправлять в бой. Так, опять здесь надо. Бушует кавалерия незамчить, да? Сипайский кавалерий влетает в отряд мушкетер. Хорошо, там прочарживал. Но, о, добегают. Я им сейчас, вот смотри, им сейчас со фланга ударится кавалерия с левого. И сейчас в них кава влетит. Бум. Хорошо. Да. Хорошо. Один бедный, свое коры влетел. Хороший контрудар. Тут да. Же проседает мораль у семианских янычар. 68 человек остается. Но это буквально просто разнос. Людский добровольческий корпус, врезавшись в фланг семианских янычар, буквально их разбил практически весь строй. На правом фланге турок все-таки смог продавить. Да, тут, кстати, одно каре осталось. Два отряда еще подходят. Сейчас начнут стрелять. Что это за отряд, потому что человек полноценный? Ни хрена себе. Ну, он его там спрятал в лесу, когда перемещался в ответ на перемещение османа. Так, турок лишается мобильности вместе со своим отрядом, практически последним кавалерии. Что такое? А зачем эти два отряда здесь стоят? Да, я тоже не понимаю, говорю, что у турка далеко стоят отряды в резерве. Да это даже не резерв, это просто про них забыли. Ну, скорее всего, да. Ну, может и нет. Продавливает направление. Смотрите, правый немножко... Сбился, наконец-то. Да, немножко прусак отходит назад. Ну, а тут уже численный перевес просто прусака на самом деле. Что это? Да, я... да, вот сейчас на правом фланге начинает давить. С математикой плохо, сколько тут прусских отрядов против 4 турецких, 5 турецких. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 отрядов против 5, ну, ребят. Ну, кстати, смотрите, вот сейчас, например, осман отводит свои отряды в лес. Правильно поступает, на самом деле. Подводит из другого леса. Что? Что? Вернулись вот эти вот два отряда, про которые мы говорили. Ну, то есть, вспомнил про них. Турок. Ну, я думаю, уже все. Время упущено. Прусак построил свой фронт. И ну, сейчас просто... Деле, вместе с легкой пехотой двинуться вперед и задавить центр. Вся тактика для Прусака. Ему даже не надо центр. Ну, кстати, вот он сейчас пошел своим правым крылом вперед. Самое правильное. Двигает потихоньку отряды вперед. Да-да-да. Ничего конечно. Не боится. Еще плюс в Прусака в том, что у него есть один отряд лайтов, там хоть 69 человек на меня. Это еще гвардейский, у него уже была где-то лейб-гвардия, да? Если не да, так. Вот за плюс с этими фузелерами, два отряда гвардии. Вот, пеший гвардейцы вот. Есть. Конечно, что... Правое крыло тоже начинает приходить в движение, нависая над левым флангом османа. Ну, все, скажем так, началось... Вот с тобой чарджа, когда он побежал через поле, не надо так делать. Если не уверен, не бей. Ну и грамотная оборона прусака. Ой, генерал пошел в поле. Ну, я думаю, тут просто осман уже все. Понимает всю свою безысходность, бросает вперед генерала. Генерал погибает. Сбегает. 6 человек, посмотри, как еще никто его не убьет.
Начинается сыпаться левый фланг у османа. Ну, все. Что сказать. Хороший бой. Хороший микроконтроль. Не дожидаются конца боя. Так, по киллам. Противника убито у Потапа 855. У Русака С1 1396. Почти 1400. Ну, кстати, от тимкиллов посмотреть, сколько много людей погибло. Если не так много. У Потапа много, смотри, ему турок, ой, то есть у этого, у С1 много, ему турок убил 855 человек, а он потерял 1100. Да, вижу. По сути, что это, 200 человек? Или... 200 человек, да. Ну, можно сказать, почти два отряда, если потрепать их немножко. Ой, какой 200, господи, 300 в математике. Ну, значит, два отряда получается. Отсосил трактористов. Ой, шутки за 300. Господа, мы с вами будем прощаться. Ждите следующий бой. Следующий бой выйдет сразу следом за этим через день. Ну, а мы будем с вами все прощаться. Всем всего доброго, до новых встреч. Играйте в хорошие игры. Всем пока. Пока-пока.